рассказывают, что в Одессе на пляже из-за божьих коровок невозможно людям отдыхать. Мы сейчас в Поросковиевке Донецкой области, Бахмутского района. Вот смотрите, здесь тоже не хуже. Вот, гляньте, сколько их тут. Это стена частного дома. Вот сейчас, кстати, на камеру села одна еще сверху. Вот. Вот вся стена усеяна. Ну, правда, он клоп один попался. А это не такие божьи коровки, как это. Тут, кстати, все виды, какие вы хотите. На любой вкус. Что-то мне вот как-то. Вот ты знаешь, мне кажется, они как-то скрестились с колорадским жуком. Не, это просто разные есть виды этих божьих коровок. И тут сразу все виды представлены. Все виды представлены. Это хозяин баклажаны выращивал. И вот они, получается, с баклажан. Теперь им нечего есть. И они ищут, где бы чего им подкрепиться. Вот смотрите, это вообще такая черная с красными точками такая. Красивая очень. Вот, еще одна на камере он сидит, никак не улетит. Это вообще такая, как такси. Вот она. Это вот еще вот. Обычно это классическая, красная с черными точками. А это вот еще одна. Кстати, одна уже по мне лазит. Вот, вот, вот сколько. Вот еще какая-то немножко другая. С крупными точками. Вот рыжая. В общем, вся стена усеяна дома этими божьими коровками. Я такого еще никогда не видел. Так еще и эти клопы вот эти. Наподобие клоп-солдатиков. Да. Чего тут только нет. И с этой стороны вон тоже их полно. Да, оккупировали по полной.